Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы с вами будем трэшевать, будем играть в новую акцию, условно новую. На прошлой неделе она была, и на этой опять же есть. Вот такая вот акция называется, ну, sales, распродажа, вот так вот она называется. У меня тут подкопилось немножко монеток, и мы сейчас в нее нормально поиграем, посмотрим, какие шансы. Акция очень интересная, как для доната, так и для бездоната. Для бездоната, конечно, шансов же меньше, но опять же можно купить топовые плюшки, какие-то итемы, которых вам не хватает. Даже вот посмотрите, вот пятая, ему, конечно, за 4000 самов. Стая здесь дороговато относительно, на каждом сервере будет свой курс. Не знаю, когда она придет на русский, но довольно-таки неплохо. Вот за 300 можно купить такой вот 10 паков. Сейчас выбьем скидочку. Вот у меня скидка 30%, и я могу купить вот так вот себе. Неплохо. Так, ну что, давайте пощелкаем дальше. Сразу же скидочка 0. Давайте попробуем выбить скидку. Вот 40% скидка, я могу купить сразу же камешки. Так, 1200 стоит у нас пятая руна, ну конечно смысла нет. 12 слизней, 50 штук. 5к кулаков за 600. Вот это неплохо. Вот это для бездоната очень полезная будет вещь. Так, скидка. Ну я зря скидку нажал, давайте будем тут же. Так, кристаллы, я не знаю, есть ли смысл. Вот 50% сразу же скидка. Забираем это, забираем. Пятая 2000 стоит. Ну, относительно смысла нет. За 10 можно купить вот такой вот мешочек. Тоже смысла не вижу. Поехали дальше. Будем вот так вот делать. Посмотрим, сколько мы камней набьем. Чисто ради камней. Можно и кулачков подкопить. Кстати, надо было оставить ее на трату. Посмотреть на огнекрыло. Ну ладно. Так, шестая. Там была пятая, тут шестая уже. Отлично. Так, это я опять завтыкал. Поехали дальше. Так, ну что тут интересного? Шестая. Такое себе. Поехали дальше. В принципе, по 1000 самов выбирать. Больше заберем. Так. Пятерка. Видите, пятерка идет. Шестерка уже идет за эти. За монетки. Так, ну поехали дальше. Так, забираем. 50 книг. Это не, конечно, что-то. А вот смотрите, пятый за 500. Видите, все-таки награды походу разные бывают. Надо все-таки ролить чем побольше. Но опять же, ролить без доната так не смогут. Так, шестая за 20-ку. Пятерка за 2000. Вот скидка 50% сразу. Ну, 50% нужно. Так, отлично, поехали дальше. Набьем камней. Там, где двое камней, будем пробовать скидку делать. Там, где один, будем так пробовать. Так, отлично. Скидочка 40% у нас. Убираем камешки. Так, пятая. Кулаки тоже можно, в принципе, забирать. Хотя они мне, по сути, не нужны уже. Так, поехали дальше. Так, какие-то они крейзи, как и на английском, блин, такие итемы суют. Так, забираем. Десять процентов скидка. 40. Я не знаю, конечно, что тут без донат выловить, но мне есть, честно говоря, что ловить, хотя бы те же самые камешки. Довольно-таки неплохо.
Поехали дальше. Можно было скидку оставлять. Так. Это за 30, походу. Седьмая, да, вот седьмая эмблемка. Я не помню, по-моему, здесь без доната тоже могут, если не ошибаюсь, убивать себе скидки. Ну, не скидки, а эти монетки. Вот видите, так. 50% падает довольно-таки неплохо. Давайте еще раз заберем. Ну, конечно, книги это они гонят. За 20 книги. Самое основное здесь то, что руны падают. Так, 30%. Нафиг я собираю это. Смешно, лучше кристаллы забирать. Интересно, чем у нас по скидках? 30-40% скидка. Тысячи. Это, наверное, там какие-то правила. Забыл кристалла. Скаут, конечно, по-разному. Ну, 30%. Пару скроллов. А, больше не дает. Так, ну смотрим, что мы забрали. 750. Неплохо. Довольно-таки неплохо, я вам скажу. Еще немножко прокачаем смотрителей. Так, опять автыкаю. О, ничего себе, супер удача. Смотрите, как сразу же три кристалла. Ну-ка, давайте дискаунт нормально выбьем. 30%, 40%. Неплохо, неплохо. Это тоже заберем. Так. 10, 30, 20. Вы видите, 30%. В принципе, на этом можно останавливаться. Куклыки мне нафиг не нужны. Так, опять я. Ух ты, 80, нифига себе. Ну ладно, заберем. Вот такое дело. Ну-ка, интересно. Автоматом обновила и ноль скидку дала. Так, забираем кристаллы. Семерка, походу. 50% скидки. У меня, по сути, руны не нужны. Мы тут в погоне за кристаллами. 50. Неплохо. Ну, 80 пока максимальное, что я видел. Так,
50%, отлично. Ну, как видите, возможно, я думаю, в дальнейшем они будут сюда что-то добавлять. Это другие плюшки. Так, рулим дальше. Кристаллы. Нормально, я так уже самиков потратил. Тут и то уходит. 90. Фига себе. Вот так вот, мега скидка. 80 было, но теперь у нас есть и 90. Огонь, ребят. Вообще, смотрите, насколько дешево все. Конечно, за 2 я буду забирать. Сразу же 20 следом. 10, 30, 20, 50. Ну, 60% забираем. Вот так вот 40% выбили. Конечно, можно не выбивать, там 30 хватает оставлять. Смысла вот этой вот играции никакого не вижу. Плюс-минус вы потеряете, вы больше можете... Оу, ничего себе. Смотрите, сразу же 50. Да, неплохо, неплохо. Так, у нас опять сундук забит. Смотрим. 300, 500, 400. Я скажу вам, неплохо. процентов скидка. Гоу. Так, ничего нету. Фу, 80. Отлично. Так, ничего нету. 20%. Ну, давайте заберем. Так. Заберем за 1000. И вот так вот. Скидочка у нас 20%. Нормально и так. Так хорошо. Выбираем. Так, ну что, поехали, посмотрим, что мы набили. Давайте посмотрителям посмотрим. Можем ли мы им качнуть еще левелок. Конечно же сможем. Даже 2. Вот так вот. Отлично. 40. А вот красных. Красных не фонтан. Это у меня места не хватает. Ну да, как всегда. Как всегда. В принципе, ладно, потом заберу. Давайте заберем вот это, чтобы не пропало. В общем, вот так вот, ребят, такая вот акция. Довольно-таки неплохая. Мне понравилось, конечно, для донатов она. На русском непонятно, когда она будет. Но, как видите, плюшек падает немерено и, в принципе, неплохие. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.